Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, какие же неожиданные события, но факт 100% произойдут. Неожиданно, но факт. Встреча будет у вас, девочки, неожиданно, но факт. Это 100%. Посмотрим, что за встреча. С кем, зачем, почему. Ой, там даже сразу две карты. Ну, смотрите, встреча деловая. С кем-то, я бы сказала, с начальником или вышестоящим лицом встреча будет у вас. Может быть, по поводу работы, бизнеса. Вот. Ну, мужчина такой, знаете, такой прям постарше. И серьезный, очень серьезный, деловой. Либо чиновник, либо, может быть, владелец какой-то компании, корпорации. Вот. То есть, такой серьезный мужчина. У кого бизнес, это да, может быть, даже не предложение нового сотрудничества, а, скорее всего, ваш партнер по бизнесу, с которым вы сотрудничаете. Вот. Возможно, предложат вам какие-то новые условия. Или какие-то, ну, то есть, вот какой-то результат будет, знаете. Или, может быть, если вы ведете переговоры с кем-то, да, то, наконец-то, этот человек согласится с вами сотрудничать. То есть, это не новое лицо, собственно, в вашей жизни. Если же это работа, то это либо начальник, либо какое-то вышестоящее лицо, которое вот вам сделает какое-то очень выгодное финансовое предложение. Также, девочки, честно говоря, может быть и продажа недвижимости удачная, и покупка недвижимости удачная, потому что тут встреча, результат каких-то ваших действий, причем удачный результат, и деньги, да, это может быть очень хорошее предложение работы или сообщение о том, что вас берут на какую-то хорошо оплачиваемую работу. Но это только в том случае, если вы перед этим уже какие-то действия сделали. Причем это будет не просто там сообщение, а это будет именно встреча, встреча, в результате которой будут какие-то договоренности. Возможно, вас пригласят там на собеседование и по работе или еще куда-то. Ну, в общем, встреча именно делового характера, очень удачная и успешная для вас. Вот одну карту буквально выложу еще. Да, карты говорят, что пока эта информация скрыта от вас, но в ближайшее время, да, будет у вас вот такая действительно неожиданная встреча. Для вас очень важная и очень удачная.